Так, всем привет. Давно не было никаких распаковок у меня, никаких анбоксингов, покупочек. Это не потому, что ничего не покупали, на самом деле покупали, и штаны я себе все-таки нашел на Рона, но не в спортмарафоне, на удивление. Софшеловский и что-то еще, и Маунтин, всякие кофточки там я покупал. Но больше, конечно, не покупали, не мне, а покупали Кате перед отъездом. Их в Израиль очень много всего мы покупали. Ну, делаю я анбоксинги только своих покупок, то, что принадлежит мне. Если вы заметили, Катя тоже очень много всего покупает, и мелко мы очень много всего покупаем, но я не делаю обзор на их вещи и делаю обзор такой, так скажем, в кавычках, на то, что покупается мне. В общем-то, когда мы ездили в Финляндию, вот перед их поездкой в Израиль, очень, конечно, мы затарились всякой провизией, спальные мешки и прочая фигня. И очень мне понравилось, Катя, знаешь, машину купили, одеяло. Одеяло, которое складывается в подушку. Как бы я ныл и плакал, и скулил, и в мою машину также было куплено одеяло. Одеяло-подушка. Поехали. Флисочка. Подушечка будет приятная. А с этой стороны уже, конечно, не флиска, вы слышите. Всего, все это удовольствие стоит 6100. И само одеяло, конечно, синтетика. Если Катя, мы купили хлопок. Я вообще против хлопка и то, что она хранится в машине. Хлопок, прошу прощения, пуховое. Такое же одеяло. Пух надо все равно стряхивать и сушить, просушивать. А в машине все равно какой-то конденсат. И за десятку покупать пуховое одеяло-подушку машину. Ну, я решил, что не надо, поэтому купил, выпросили мне синтетику. Поехали. Севера, одна из любимых моих российских производителей. В общем-то, кто говорит, что в России ничего не производит? Производит, но просто вы с этим, наверное, еще не сталкивались. Кроме Лады, Севера производит. У меня были какие-то обзоры на Севера, сейчас не вспомню. Кто захочет, обязательно почитайте. У них вообще очень богатый выбор. Но на их сайте я ни разу не закупался, зато закупался товаром на других продавцов. Ну и поехали. Такое одеяло. Такое одеяло, которое и прячется само вот в эту вот фигню. Катина одеяло необычайно теплое. Оно даже может быть домашним. И. Вот это синтетика. Что у нас здесь пишет? Такая штучка приделана. Что про само одеяло сказать? Тоненько, да, тоненько, как не сказать, что пуховики тоненькие, немножко потолще, чем тонкие пуховики или пуховые вот эти свитера. Ну, тоненько, тоненько, но я думаю, оно будет даже ничуть не хуже, чем мы покупали пуховый, то есть у нас был один спальник, а маленькая Катя спала под пуховым одеялом, который мы покупали, и ни разу не замерзла, и всегда была довольна. Я думаю, это одеяло тоже как бы будет
теплый. Ну, в конце концов, испробую его. Вот. В общем, такой небольшой анбоксинг. Что еще добавить? Ссылочку выложу, наверное, это одеяло. А больше как бы добавить здесь нечего. Одеяло и одеяло, которое чудным образом превращается в подушку. Всем спасибо за просмотр. В общем-то, вот такой небольшой анбоксинг сегодня был. Спасибо, всем удачи.